значит, вечером. Я делаю обычно вечером перед сном. На самом деле все достаточно просто. Смысл в том, что я сливаю эту воду в какой-то... В общем, сливаю воду из каждой чашки в какой-то сосуд. У меня это я использую банку из-под сока или лимонада какую-то. Я в нее сливаю и сохраняю это. Потом я это как-то подношу. Куда-нибудь поливаю в цветы или что-нибудь поливаю. Возвращаю это обратно как бы земле, делаю воду. Она, чтобы была на алтаре, она в каком-то смысле обладает качественными такими святыми. Я ее подношение потом делаю. В общем, я сейчас не буду, я сливаю всю эту воду в сосуд какой-то. Дальше вот так вот я ставлю, я переворачиваю эту чашку. Покажу следующую. Следующую чашку я ставлю вот так вот. Смысл в том, что нам нельзя ставить пустые чашки, они не должны стоять на алтаре. И следующую таким же образом. Маша, почему нельзя вот так все одинаково поставить? Почему ты вот так вот боксы начинаешь ставить? Это одну на одну почему нельзя поставить? Не на одну, а вот так вот просто, я все, не чтобы знаю, не упали. Это традиция. Мне как показал мой учитель, я показываю вам. Можете делать, ты можете не знаешь, принципиально или нет. Вот, вот именно бочком так складывать. Не знаю, мне показали так. Я так видела на видео, что Майкл делал. Мне показал так Питер. Я делаю так. Ну, соответственно, я их все вот так вот ставлю. Все это остается... Таким образом, на ночь, утром я встаю, делаю медитацию, все подготовительные этапы, я по новой все это делаю. Выставляю их одно в одно и начинаю. Спасибо. 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 Спасибо.